Так, ну что, снова здравствуйте, знакомые все люди, рада вас видеть. Хорошо, сегодня у нас с вами... Здравствуйте, Верочка. Здравствуйте. Очень хорошо. Здравствуйте. Почему вы ушли? Почему ушли? Пока люди подсоединяются, можем пообщаться. Да. Где-то вы в таком красивом месте, это что, где такое у вас? Так это на даче я. А, дача. Я на даче, да. Хорошо. Отлично. Ну что, потихоньку будем начинать. Кто захочет подсоединиться, да, сегодня у нас что мы планируем? Как всегда, расширение, расфокусировка и диагностики по возможности. И расскажу вам о новом стартующем курсе. Вернее, не новый, а он обновленный. 10 основ счастливой жизни. Просто туда добавлено очень много практик. Немножко он по-другому будет идти. Но, тем не менее, будет классно. Хорошо, ну что, готовы к практике? Давайте. Выключайте тогда камеру, Верочка. И мы сейчас пойдем в практику, а потом будем дальше разговаривать. Садитесь поудобнее, так, чтобы спина имела опору. Закрываем наши чудесные глазки. И делаем медленный, спокойный, глубокий вдох. И спокойный выдох через рот. Еще раз медленный, глубокий, спокойный вдох через нос. И выдыхаем все напряжение в теле через рот. И еще раз медленный глубокий вдох. И выдох. Сейчас открываем глаза. Находим точку перед собой. Смотрим сквозь нее, пытаясь увидеть одномоментно все пространство перед собой. Расфокусируем наше зрение максимально по горизонту, максимально вверх, максимально вниз. Продолжаем медленно, спокойно дышать. Медленный глубокий вдох через нос. И медленный спокойный выдох через рот. Вдыхаем через нос, как бы нюхаем пространство, нюхаем, что находится вокруг нас, какие запахи, какие ароматы мы можем ощутить. И на выдохе выдыхаем все напряжение в своем теле. Взгляд постепенно расфокусируется. Мы охватываем все пространство перед собой. Максимально по горизонту, максимально вверх, максимально вниз. Максимально выдыхаем полностью воздух и делаем задержку дыхания. Сосредотачиваемся на своих ощущениях при задержке дыхания. Держим максимально до того момента, пока нам не хочется вдохнуть. Когда нам уже хочется вдохнуть, мы делаем медленный вдох через нос. И переносим точку внимания нашего сознания над головой сантиметров 30-40.
и делаем задержку дыхания на максимальном вдохе. Наше внимание на точке над головой и на задержке дыхания. Взгляд расфокусирован максимально. Мы видим все пространство перед собой. И наше внимание над головой. Когда нам уже хочется выдохнуть, выдыхаем через рот, выдыхаем все напряжение и переносим внимание нашего сознания вперед на метр от себя и фокусируем свое там внимание сознания. Взгляд расфокусирован, а задержка дыхания на максимальном выдохе. Каждый делает по своим ощущениям. Когда мы хотим вдохнуть, мы снова делаем вдох через нос и переносим наше внимание сознания над головой, набирая полные легкие. Взгляд над головой, точка внимания сознания над головой. Взгляд расфокусирован. Снова делаем выдох. Выдыхаем все напряжение, максимально выдыхаем все из легких и задержка дыхания. Внимание переносим метр перед собой, как бы раздвигая пространство. И задержка дыхания. И когда нам хочется вдохнуть, мы делаем максимальный вдох через нос. Переносим наше внимание, сознание над головой. И задержка дыхания. С выдохом через рот сейчас закрываем наши глаза и погружаемся внутрь себя. Продолжаем делать вдох через нос и выдох через рот. Вдох через нос, проговариваем «я». Выдох через рот. Есмь.
Вдох. Я. Здесь. На вдохе проговорим я. На выдохе полностью расслаблено. Почувствуйте, как ваше тело расслабляется. Расслабляются ноги, руки, туловище. Расслабляется ваша шея. Мышцы лица. Осознайте границы своего тела. Почувствуйте, как ваше тело соприкасается с окружающим пространством, с вашей одеждой, с воздухом, как ваши стопы касаются пола или стелек вашей обуви. Осознайте границы своего тела, изучите эти границы. И делаем вдох, и на вдохе увеличиваем объем своего тела в 3-4 раза. Превращаясь в некую сферу. И на выдохе растворите границы своего тела. И ваша энергия заполняет полностью эту сферу. Поизучайте, какая это сфера. Какой энергии не хватает вам. Определите, что бы вы хотели сейчас добавить себе. Энергию радости, энергию счастья, энергию мира, энергию любви, денежную энергию, сексуальную энергию, энергию гармонии. Что бы вы хотели добавить себе? Осознайте, что ваша энергия одномоментно находится в каждой точке пространства, в каждой точке этого объема. Делаем вдох и увеличиваемся в размерах до размера вашей комнаты или помещения, в которой вы находитесь. И на выдохе ваша энергия заполняет все это пространство. Делаем вдох. И увеличиваемся до размеров здания, в котором вы находитесь. На выдохе ваша энергия заполняет все это здание. Поизучайте эти конструкции, которые состоят в здании. Почувствуйте, что находится в соседних помещениях. И, возможно, вы сможете почувствовать даже температуру помещений. Делаем вдох и увеличиваемся до размеров микрорайона, в котором вы живете. На выдохе ваша энергия заполняет весь этот микрорайон. Осознайте, ваша энергия находится одномоментно в каждой точке этого объема. Делаем вдох и увеличиваемся до размеров вашего города. Снова делаем вдох и расширяемся до размеров вашей страны, в которой вы находитесь. Делаем вдох. И вы увеличиваетесь до размеров континента, на котором вы живете. Почувствуйте объем этого континента, этого объема, этого
пространство. Осознайте, что ваша энергия находится одномоментно в каждой точке этого пространства, в каждой речке, в каждом дереве, в каждом насекомом, в каждом живом существе есть ваша энергия. В каждом неживом существе тоже есть ваша энергия. Все есть энергия. Делаем вдох и увеличиваемся до размеров планеты Земля. Осознайте, что вы та капля в море, которая знает все о море. И вам доступна любая информация, которую вы хотите получить. Почувствуйте все, что находится в этом объеме, в этом пространстве. И осознайте, что вы одномоментно находитесь во всем, что находится в этом пространстве. Делаем вдох и увеличиваемся до размеров Вселенной. И почувствуйте, как ваша энергия перемешивается с энергией Вселенной. И вы та частичка мироздания, которая знает все о мироздании. Вы не можете быть без мироздания. И мироздание не может быть без вас. Увидьте планету Земля. Возьмите ее в свои ладошки. Что вы чувствуете к этой планете? Подарите ей свою любовь. Представьте, как из ваших ладошек идет любовь и окутывает всю планету. Всю планету окутывает именно вашей любовью. Все одномоментно находится в нас. И мы одномоментно находимся везде. Сделайте вдох. И на выдохе уменьшись до размеров планеты Земля. И вы сейчас планета Земля. Почувствуйте, что вы находитесь в надежных, ласковых руках Творца. Вашего Создателя, Родителя. Почувствуйте, как Он любит вас. И почувствуйте, как на планету Земля стекает энергия со всей Вселенной, которая принадлежит именно вам, и заполняет все это пространство. Делайте вдох. И на выдохе уменьшаемся до размеров материка, континента, на котором мы находимся. Почувствуйте, увидите, что энергия, которая принадлежит вам и которой вам сейчас не хватает, любви, счастья, мира, гармонии, процветания, денег, сексуальности, все, что вам сейчас не хватает, оно медленно стекается всей Вселенной и заполняет весь континент, на котором находитесь вы. И ваша энергия одномоментно находится в каждой точке пространства, в каждом атоме этого объема. Посмотрите, чтобы вся территория этого континента, весь объем заполнился вашей энергией. Сделаем вдох. И на выдохе вы уже страна, в которой вы находитесь. И ваша энергия стекает на эту страну, в эту страну, в этот объем. И заполняет весь объем. Все пустоты, все темные места растворяются. Это ваш объем. Здесь находится ваша энергия. Делаем вдох
И на выдохе уменьшаемся до размеров города, в котором вы находитесь, или области. И почувствуйте, как энергия начала уже уплотняться. Вы ее начинаете уже ощущать. Сделайте вдох. И на выдохе вы уменьшаетесь до размеров микрорайона. И вся энергия, которая принадлежит вам, заполняет весь микрорайон, обновляя его, наполняя новыми чистыми энергиями и вибрациями. Ваша энергия находится одномоментно в каждой точке этого объема, в каждом атоме. Делаем вдох. И на выдохе вы уменьшаетесь до размера здания, в котором вы находитесь. Вдох. И вы уже находитесь в своем помещении или комнате. И почувствуйте, как ваша энергия заполняет все пространство этого помещения, комнаты, в котором вы сейчас находитесь. И вся энергия, которая необходима вам, которой вам сейчас не хватает, заполняет все пространство этого помещения. Делаем вдох и возвращаемся в объем сферы. Вся энергия, которая принадлежит вам, наполняет эту сферу. Почувствуйте эту энергию вокруг себя. Осознайте, что вы и есть эта энергия. Делаем вдох и возвращаемся в свое физическое тело. Пошевелите пальчиками рук, ног. Поверните голову направо, налево, вперед. Назад. Пошевелите плечами, бедрами, коленями, стопами. Делаем глубокий вдох, выдох и открываем ваши чудесные глазки. Поморгали, поморгали, поморгали. Посмотрите, что поменялось вокруг. Как вы сейчас ощущаете и видите пространство новыми, наполненными энергией глазами. И поблагодарите себя, что вы нашли время, уделили себе, поработали со своей энергией, с энергией планеты, с энергией Вселенной. И осознайте, что вся энергия, которая вам нужна, находится рядом с вами. Вы и есть эта энергия. И сейчас делаем вдох, выдох. Приветствую всех, кто подсоединился к нам, кто, возможно, впервые на этой практике. Для чего нужна эта практика? Эта практика позволяет больше чувствовать пространство, больше принимать энергии и получать ответы на свои вопросы. Мы все живем с вами в квантовом поле. Даже еще Фрейд говорил, что вокруг нас существует поле энергетическое, в котором есть вся информация. И эта практика позволяет нам считывать эту информацию для нашего запроса. Поэтому мы это делаем обязательно перед диагностиками, перед разборами. Что такое диагностика? Диагностика – это выявление первопричины вашего запроса. Если у вас что-то в жизни не получается, не устраивает, и вы не понимаете, откуда это прилетело, то обязательно есть причина, которая вызывает у вас именно это состояние и то, что у вас не получается. Диагностика позволяет выяснить эту причину, а разбор – это уже сама трансформация. Самое важное действие – это диагностика, которая позволяет выяснить то, что
причину того, чего у вас не устраивает. И мы сейчас с вами пойдем в диагностике. Если есть у кого-то какие-то вопросы, можно включать видео и заходить в эфир. И мы поделаем с вами. Хорошо. Все, тогда, девочки, если есть еще вопросы, задавайте. Благодарю всех за участие, девочки. Благодарю вас, чтобы были позамещали заместителей. Вы большие, крутые, молодцы. Я тоже благодарю, девочки, всем. Да. Ну, я с вами прощаюсь, и до следующего воскресенья. Готовьте вопросы, решайтесь проявиться, и до встречи. Всем пока.